Возглавляет совет полномочный представитель главы государства в Центральном федеральном округе Александр Беглов. То, что казаки не должны быть обузой для бюджета, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Для этого необходимо создавать такие условия, чтобы они могли развивать собственную экономику. В регионе, например, казачьим обществам выдают землю. В их пользовании уже 14 тысяч гектаров полей. Очень многое зависит от самого казачества и от каждого казака. Кубанского казачьего войска. Потому что они должны быть не только казаками на службе, они должны быть казаками в повседневной жизни. Вот это очень важно, чтобы люди ощущали, что днем-ночью всегда можно постучаться в его хату, и они найдут поддержку и помощь. И поведение, образ жизни такой, что можно брать пример. И тогда сами люди его поднимут, казака и казачество на очень высокий уровень. То, что мы сегодня создаем условия, чтобы казачество развивалось, конечно, само казачество должно не оплошать. Казачьи культуры и традиции, по мнению собравшихся, могут стать основой для патриотического воспитания молодежи. Только в Краснодарском крае в казачьих классах обучаются 85 тысяч детей. Также открыты 7 казачьих кадетских корпусов.